Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Когда-то давно существовало в «Лив-Джорнале», в журнале, скандально известное сообщество «Китченах». Я его с удовольствием почитывал, даже иногда публиковал свои опусы. Костяк сообщества составляли очень интересные личности, и многие из них продолжают кулинарно просвещать общество до сих пор. Рецепт одного из толпов этого сообщества на днях попался мне на глаза, и я решил его пробовать. Дим, спасибо. Рецепт чрезвычайно простой, и мне очень интересно, действительно на выходе я получу что-то такое по азиатским мотивам, или это мои фантазии. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитайте, хотя убей бог, не знаю, что сегодня там особенно сложно писать. Нужны куриные крылышки, мне достались несколько волосатые, поэтому придется их опалить. Первая сложность. Для сегодняшнего рецепта понадобится сычуанский перец. Это вот такой. Я в окрестных лавазах его не нашел, поэтому решил заменить его на красный и зеленый. Красный и зеленый. Перец надо прогреть или обжарить с солью. Мирин, сладкое рисовое вино, можно заменить хересом. Что найдете? Оставляю крылышки мариноваться на 1 час. Собственно, на этом все подготовительные операции с сегодняшним рецептом закончены. Остается приготовить крылышки на пару. Соль и перец по возможности очищаю. Сверху имбирную соломку. И в пароварку. Нет у вас пароварки, используйте мантышницу. Ну или что вы там используете для приготовления блюд на пару на своей кухне. Всего процесс займет минут 20. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше. В зависимости от того, какого размера крылышки вы используете. Thank you.
Ну вот как-то так, надо пробовать. Перец, конечно, был не сычуаньский, поэтому вкус и аромат несколько отличный, я думаю, от оригинального рецепта. Но что касается всего остального... Да, я пробую с покупным готовым сладким чили-соусом. Вкусненько. Надо было сначала без чили-соуса попробовать, что я ерунду сотворил. Сейчас. Ну, вкусное. Интересная курица. Так, ну, давайте вот эту я попробую без всего, без всяких соусов. Вот как есть кусманчик. Да, желтая она, потому что продается в наших магазинах как курица вольного выпуска, причем откармливаемая кукурузой. Так ли это на самом деле или нет, я не знаю, но вот у нее и шкура желтая, и мясо тоже такое гораздо темнее. И такая курица при варке тоже дает гораздо более сильный вкус и аромат. Если обычный супчик куриный готовить, то, скажем, я беру половину обычной белой курицы и кладу там одну максимум там ножку, ну, голень я имею в виду, либо голень и бедрышко. И все. Положишь больше, слишком сильный аромат получается. Так, что касается вкуса и аромата. Во-первых, запах имбиря сильный достаточно. Мне это нравится. И такой легкий аромат перцев. Наверное, с сычуаньским было бы хорошо. Знаете, такая курица с легкой имбирно-перечной какой-то остринкой. Интересно. Не могу сказать, что это прям неземное божественное, но в качестве альтернативы постоянно в жареном в масле крылышком или запекаемым в духовке, это интересно. Да. Так что попробуйте. Я думаю, вам понравится. Ничего сложного. И не обязательно использовать тут всякую там автоматическую эту проварку с прочими этими самыми. Поставили сито металлическое в кастрюлю с водой, так чтобы дна не касалось. Прикрыли крышкой, и та же самая проварка у вас и получилась. Как-то так. Так что на этом позвольте с вами попрощаться. Еще раз, Димыч, вот так вот тебе респектище за такой интересный рецепт. Я подобного не готовил. Мне прям интересно было. Всем огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!